Ого-го, всем привет! Я сейчас нахожусь около речки Дим, в районе Тосмур. Дорогие зрители, нашел очень хорошую квартирку в тихом, спокойном месте. Вот с таким пейзажем, с таким видом. Тут так классно, что квартира, но как вилла, скажем. Тут есть открытый бассейн. Ухоженный сад и открытая парковка снаружи. Проект был сдан 5 лет тому назад. Тут у нас такой вот большой балкон или терраса, скажем. На верхних этажах также есть квартиры. Огромная терраса. С видом на этот лес, на речку Дим. Там также есть зона пикника. Вот видите, как красиво. Смотрите, там беседка под деревом. Вот стол, стул. Сели, отдохнули. Кайфанули. И пошли, зашли домой. Поели, попили. Потанцевали. Квартира продается под ключ. Тут электрический роль ставни. Не буду открывать. Жи, кнопка. Гостиная, совмещенная с кухней. Высокие потолки, 280 сантиметров, как минимум. Симис бытовая техника. Вот. Кондиционер инверторная, тоже Симис. Тут у нас большая прихожая. Жилая площадь, как минимум, здесь 98 квадратных метров, потому что два санузла. Первый санузел. Сразу звоните, сразу цену скажу, не буду вас томить. 93 750 евро. Есть маленький торг. Цены как есть, так есть. Кто хочет продать свою недвижимость, срочная продажа, допустим, горячее предложение. Могу быстро продать, снять ролик на наш YouTube-канал, также сделать рассылку по всем агентствам недвижимости Алании. Про точно надо нагревать фирмы ВИТО. Сядем, обсудим за столом цену о квартире. Я как эксперт по недвижимости оценю вашу квартиру и буду двигать ее цену по рынку. И вы будете в большом плюсе, и также мы, как компания, заработаем. Так, дорогие зрители, у нас не раскрученные цены. Заранее всем объясняю. Рынок сложный, так что, если вы честны со мной, то я честен с вами. Это у нас хозяйская спальня. Также здесь у нас балкон. Вот электрический роль ставни. Видите, двигается жик. Вот второй балкон. Две кладовки здесь. Расстояние отсюда до воды 2420-30 метров. 2430 метров максимум. Потому что я до дороги отмерил там. И там 30 метров до воды. Песчаный пляж района Тосму. Тут тоже кладовка. Внешние блоки кондиционеров. И тут у нас второй санузел. Тоже большой, не маленький. Видишь, три кровати. Квадратных метров здесь как минимум 12-13. Большая спальня, вторая. Все, я спускаюсь вниз и показываю вам территорию. Не закрываем ролик, ставим лайки. Мне это расположение вот это очень нравится. Там сейчас речку покажу. Уф, такая красота там. Представляете, самовар поставили. Чай, май, шашлык, парт, пурт, лимпарт. Все, вышел из квартиры, иду в такой коридорчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть квартир на этаже.
Этаж у нас второй, как третий. Проект был сдан 5 лет тому назад. Лифт 6, 8 человек вместимость. Спускаемся на нулевой этаж. Вот такое лобби. Здесь вход. Электрический мотоцикл, советую. Открытая парковка. Горы, лес. Природа. Так. Ока. Выходим к бассейну. Здесь зонтики, шезлонги, загар, магар. Все делаете как надо. Вот такой фасад здания. Лестничный пандус. Ах, как тут красиво. Как будто виллу. Покупаете типа виллу. Там даже зона барбекю в той стороне. И здесь стулья ставят люди. Утки, гуси. Можете также рыбу ловить, если найдете. Или же можете магазин рыбы купить, бросить туда и удочкой ее заново словить. Вот, смотрите. Все сделано по-людски. Еще фишку показываю одну. Если хотите искупаться, плюс 6 градусов, спускаетесь и луп туда вниз. Вот так вот, заходите туда. Вот смотрите, какая чистая. Сейчас телефон тоже утонет вместе с вами. Ой-ой-ой. 93 750 евро. Утки в подарок. Идите сюда. Дорогие зрители, кто хочет заняться рыбалкой, нас профессионал рыбалкой, у меня есть друзья в городе Измир. Они идут на ловлю тунца. Ну, там есть какая-то стоимость, дают гарантию, что вы поймаете тунца. Если не поймаете, они вам деньги возвращают на лодке. Там все профессиональная команда, ребят. Тунца там 50 килограмм, что ли, 60 килограмм. Вот. Почти вот такую большую ловят высотой. Есть кому интересно, обращайтесь, направлю. Там тур-пакет такой какой-то на рыбалку, не помню, уточню. А также можем вам сделать как бы такую услугу для наших клиентов. Направим в Измир, отдохнете, поймайте тунца и привезете мне, отдадите. Хорошо? Всем пока-пока, дорогие.